Всех мам с днем рождения, да. Вопрос по прививкам. Ужасно не хочется ее делать. Вот прям нутром чувствую, что это гадость. Хоть вы уверяете в обратном. Вы понимаете, мне все равно. Я не занимаю позиции тех, кто за прививки, не занимаю позиции тех, кто против прививки. Что же там дальше пишете? Тут же меня обвиняете, видите? Есть ли какая-нибудь мантра или код, чтобы не вылететь с работы, если не привьюсь? Думаю, многим будет актуально. Я хочу вам сказать, что в случае, если у вас принудительные прививки, то вам необходимо выбрать, либо принудить... Вот смотрите, если там указания, инструкция... И эту инструкцию человек-руководитель получил, то ему будет все равно ваши мантры. Он будет смотреть на списки, ему список принесут, и будет написано, там Вера, Лена не привились. Уволить. Поэтому хоть что читайте, все равно уволят. Поэтому не прививайтесь, увольняйтесь, ищите другую работу. Если вы уже вышли на путь борьбы, не ищите легких путей. Борьба сама по себе, это путь. Смотрите, не хотите прививаться, это борьба. Вам мешает работа, бросьте работу. Вам мешает еще что-то, делайте это. Человек, выбирающий путь борьбы, не должен идти легкими путями. Боритесь, раз это ваш путь. Меня никто не может выгнать никуда. Почему? Я сам на себя работаю, а человек, который работает сам на себя, выгнать его невозможно. Поэтому извините, я за прививки или нет, мне все равно. Моей маме 84 года. Жаль, что старость так быстро наступает. Да. Хочется ей помочь, как эзотерически продлить хорошее самочувствие, память на расстоянии. Третья ступень школы Кайлас. Переворачивайте элементы Кань и элементы Ли. Об этом много рассказываю. Также в нашей школе мною разработаны авторские техники с кодами, шумами. Используйте и для своей мамы. Все в ваших руках, пожалуйста. Есть коды Дуйко, там есть около 100 кодов, которые можно читать на маме или для мамы. И она будет и лучше себя чувствовать. Все остальное. Поэтому... Все там есть. Дело в том, что мне не жалко сейчас это давать, просто их очень много. Если я их начну давать, то это займет...